25 августа перед алтарем церкви Святого Павла в Дортмунде предстали люди с домашними животными – морскими свинками, собаками, кошками и лошадью-пони, сообщило агентство EPD. В течение 3 дней здесь под руководством пастора Федерико Лакера проходили богослужения, лекции, дискуссии и культурные мероприятия на тему «Церковь для человека и животных». Богословы и публицисты выступили за доброжелательное владычество над природой и всеми живыми существами, а также к новой этике в общении с животными и их защите. В церкви прозвучал призыв прививать детям ощущение сосуществования людей и животных. Протестантский теолог Ульрих Зайдель, председатель правозащитной группы «Церковь и животные», выступил с на редкость актуальным требованием. Церковь должна занять определенную позицию после того, как она долго игнорировала вопросы благополучия животных.